Здравствуйте. Показываю, как играть песню в ритм-мула Сергея Никитина. Строй минорный, все как у Никитина. Цм аккорд. Три или четыре зажали на пятом ладу, пятую шестую дергали. Была сладострастная трава, золотая. Фм аккорд, седьмая, три лесенкой зажали, седьмую, пятую. Брич мула г, где чинар притулилась под скалой. Под скалой. Бм под скалою. Ц две зажали. Про тебя жужжит. Ну вот так переставляем большой палец под трем ладам. Жужжит над ухом Б. Все зажали, плюс вторая, третий лад это. Это диез Д. Шесть зажато на третьем ладу, плюс через лад две мизинцем. Вещь. Потом мизинец переставляем на третью еще и дергаем вторую, третью. Над ухом вещь. Вещь. Переставили, ну как Б, только на первом ладу. Типа диез Д, Г, этот пятый лад. Про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Бричмула Д, бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулою. Дальше куплеты пошли. Мальчуган, и в те годы не раз про зеленый чемган слушал мамин рассказ, как возил детвору. Цм это аккорд. Можно здесь вот встать, можно здесь. Первая, вторая. Так. Как возил детвору. Типа диез Д, только на первом ладу, седьмая, первая зажата. Тарантас назывался арбою, и душа рисовала картины в тоске, будто еду в арбе на своем ишаке. А чинганские горы царят вдалеке, красаны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню, какого числа, что сгорят мои годы. И, ну, мизинец ставим на шестой лад. Дотла под пустые, как дым, разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой и вдвоем со своею еще не вдовой в том краю провести свой досуг, да трудовой, где сверкают чимганские горы. Сладострастная отрава. Ну, понимаете, я показываю суть. Тут можно, конечно, это все приукрасить, ну вот через лад Никитин ставит, значит, указательный палец на пятую струну. Или на
шестую, когда переходит на другой какой-нибудь аккорд. Сладострастная отрава, золотая брич мула. Но это все такие несущественные детали. Суть песни я вам показал. Всего доброго.